находиться в новой, в обновленной скинии, да? Да, 2 недели мы собирались, и слава Богу, нашим братьям и сестрам, брат Илья с братом Юрой, да, они, конечно, потрудились сначала все это убрать, это, представляете, надо отсоединить все, убрать и вновь соединить. Так что пусть Господь благословит их обильно. Также наших сестер, сестру Тамару, сестру Валю, также очень много потрудились, опять преобразилось. Так что не только скинии, но и мы преображаемся, да? Аминь. Может, незаметно, но преображаемся все равно. Слава Господу. Давайте мы сейчас помолимся, попросим благословения. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за это и за еще одну возможность, Господь, быть здесь, Боже, в Доме Божьем, в Хлебе Божьем, где звучит Твое Слово Божие. Мы так, Господь, соскучились, Господь, 2 недели. Благослови, Господь, сегодня это служение. Благослови, Господь, слово, которое будет звучать. Благослови брата проповедующего, Господь, кто будет сегодня проповедовать. Благослови все служения музыкантов, Господь, братьев на связи и наших братьев, Господь, также, которые сидят. Господи, благослови, Господь, их. И благослови также и брата Юру, с брата Павлом. Они сейчас еще на Украине, Боже. Храни, Господь, их от болезни, Господь, даруй им силы, Господь. Пусть они приносят благословение, Господь, тем людям, которым они посланы, Боже. Благослови. А сейчас, Господь, дай нам воспеть хвалу Тебе, Боже. Прибудь, Господь, с нами. Прибеди, Господь, к нам. Сади, Господь, к нам голубим. Исцели, Господь, каждого болящего, Господь, кто нуждается, Господь. Ответь на каждую молитву, на каждую нужду, Боже. Благослови. Мы все отдаем Тебе это, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Thank you.
Доброе утро. Я верю, что в нашем сердце желание сделать еще один пир для нашего царя. Условия другие немного. Будем петь от сердца, но из памяти. Мониторы почему-то пока не работают. Так что, может быть, поможет нам войти по-другому в канал Божий, чтобы не думать про слова, просто пусть это излется из наших сердца. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, ты царь на сей земле, я не боюсь, мой Бог. Скрой меня своим крылом. Скрой меня, Господь, своим крылом. Сохрани под сильным найду покой в тебе, Христос. Найду покой в тебе, Христос. Верю я в могущество твое. Мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Да я не боюсь, мой Бог со мной. Сказал мне, ты не страшись, успокоюсь я пока к себе, не возвращу тебя. Тебя доведу я сам до конца, ты драгоценна мне, моя невеста добродетельная. Не голода ушла, поисках покоя. Не голода ушла, в поисках покоя. Я из земли мала, на волос за поле не знала я, трудясь в огне жатвы, кто повстречался мне. Oh,
родственник, искупитель дал обещание на гумне. Сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Я возлёг у ног Христа. Я возлёг у ног Христа, и Он покрыл меня. Открыл все тайны мне, в слове вижу я себя. Знаю теперь, кем я являюсь, и права все заявляю, цену всю Он заплатил, чтоб я полноценно жил. Сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока себе не возвращу тебя. Когда я вижу всю любовь, когда я вижу всю любовь, что мне во Христе открылась, стою я на колени вновь, благодаря Его за милость, Господь мой Иегова Раффа. Говорили о слове Его, покоюсь я, ведь Он более, чем сильную я. Сказал мне, ты не страшись, и успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Все Ему веряю я, Он мое утешение. Нет больше любви, столь я любил, чем Божий плач, искупление. Искупитель мой жив, вот со мной. Искупитель мой жив, Он не мил, вернулся Он, что взять своих домой. Это семь имен, по-моему, у вас уже есть подсказка, да? Вам хорошо. Господь, хочу я в этот час Твое лишь имя прославить. Вот почему, ведь Он так благ.
Качество, все эти имена, искупление. Добрый день, друзья. Мы так рады быть сегодня вместе, отдавать Ему славу, нашему Господу. Мы уже знаем эти три последние проповеди брата Виталия, как он сказал, что все начинается от искупления, поклонения. И так мы, как Его дети, можем прийти и отдавать Ему славу. Вы хотите это? Я того хочу. Я так сегодня здесь хочу отдавать Ему
славу всей душой, всем, чем я есть. Пусть будет хвала нашему Господу. Дорогой наш Господь, мы так рады быть вместе сегодня и отдавать Тебе славу. И мы так хотели все то, что Ты нам сказал про Наимин, про Мардахею, все про Руф, про Исфир, наш Господь, мы так рады за то все, за то слово, за то искупление, которое есть в Твоем слове, раскрытым в те последние дни, наш Господь, прямо с глубины этой седьмой печати, так мы рады за то встречу сегодня с Тобой, наш Господь. Просим Тебя, наш Господь, будь с нами дальше, проводи нас и вести так, чтобы нас еще больше нам было с Твоей глубины, чтобы та бездна призывала бездну, и мы могли видеть Тебя, как Ты вместе с нами сегодня. Аминь. А еще мы так хотели Тебе, Господь, отдать это, когда будет теперь собрано пожертвование, пусть это будет для хвалы, для славы Твоего Царства в имени Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Я верю, что и это мы делаем не по традиции, но давайте споем «Восхищены будем». Очень скоро, когда нам не нужно будет отвлекаться, не будет других забот, не надо будет расходиться. Я верю, что мы хотим пожать руку тем святым, которые ожидают нас уже на той стороне. Восхищены будем мы вместе на встрече высоте. Изменит он наше тело. Сестер и братьев, я люблю сестер и братьев, Божьей избранной семье. Когда я жму им руку, мне награда. Есть эта возможность сегодня. Но когда-то мы оставим все заботы позади. Восхищение со святыми ждет нас. Восхищены будем мы вместе на встрече высоте. Изменит он наше тело. По мгновенье мы будем вечно общаться. Там радость в полноте. Однажды мы встретим Иисуса в высоте. Бесконечно
такая уверенность, потому что он сказал, что я совершу это труд до конца. А ты, невеста, будь спокойна, доверяйся мне, доверяй этому слову. Я с верой во имя Иисуса. Я с верой во имя Иисуса хожу и пою в пути Иисуса, доверяю. Ему доверяю, Он знает путь. Дружусь для Божьего царства, идя к небесам. Драгоценный жемчуг целыми я дам. Времени не жаль, я увижу любви. Ведь обрести хочу я больше плани земли. Как и в его сфере есть тоже желание стоять за твой народ и совершать эти большие дела. Пойди скорей же, Елисей, Господь позвал тебя пророком быть в последние дни, трудиться для царя. Милость Божьего имени льет и обреки. О, и отдай наступи. Я жажду больших дел,
больше веры, что благодатью Бога Он во мне не успел еще соделать. Живет во мне, им запечатанный престол, внутри я есть не то помазание, Алла, пусть будет нас двойне. И мы взлетим в вышине, я жажду больше дел, что благодатью Бога Он во мне. Не успел еще соделать много, это весь мой удел и мамадею, и мамадею. Я жажду больше дел, что благодатью Бога Он во мне. Преуспел еще соделать. Третьего рывка, не знаю, как это нравится, вы знаете. Верю, что после того, как Исфирь угодила царю, он ей сказал: проси, как Хитирайт, проси. И она верит, что стояла не за свои богатства, не попросила еще больше красот, одежд или еще чего-то. Она стояла за свою семью, за свой народ. Верю, тот же образ, тот же характер, те же атрибуты в нашем сердце. Пусть это третий рывок все больше выражается в нашей жизни. Это сила третьего рывка совершает большие дела. Сила Бога, что смири, чтобы, как Христос любя, снизойти к другим, чтобы, радуясь везде, руку мог подать, поддерживать в войне, веру поднимать. Благодать я взял в руки, а не осуждал.
других освобождать. Черт без музыки. Это сила третьего рывка. Совершает Божьи дела. Силу Бог дал, чтобы поднимать, исцелять и любовью других освобождать. И любовью других освобождать. Друзья, это та самая сила, друзья, которая опустилась в книге Деяний. Написано, что и облеклись они силою свыше, друзья. Аллилуйя. Поэтому мы счастливы, что эта же сила, она никуда не исчезла. Она та же самая осталась. Как Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же, так и сила Его такая же вчера, сегодня, во веки та же, правда? Аллилуйя. Поэтому мы очень счастливы, что у нас есть Слово, к которому мы можем обращаться и снова вдохновляться этой силой, правда? Снова наполняться за счет этого Слова. Если у нас где-то эта сила, знаете, чуть-чуть застряла, где-то остановилась, мы можем просто, знаете, Бог может прочистить эти каналы, а силы там сколько было, столько и есть всегда, вы понимаете? Она ее не уменьшилась там ни на каплю, понимаете? Аллилуйя. Поэтому мы так счастливы, что наш Бог такой чудесный, правда? И мы любим Ему поклоняться, правда? Мы любим славить Его, друзья. Аллилуйя. Мы любим Его славить всем, что только возможно, правда? Мы Его славим своими словами, мы славим Его своими песнями, музыкой, молитвами, своим образом жизни, своей работой, своим служением. Что только у нас есть, мы просто прославляем нашего Господа, правда? Аллилуйя. Когда в Писании говорится, учитель, пребывай в учении, учи других и так далее, ведь это же то поклонение Господу, правда? Аллилуйя. Когда в Писании говорится, раздаватель, раздавай в простоте, это же поклонение Господу, правда? Аллилуйя. Если говорится, руководитель, там, прибудь в этом, в своем служении, это же тоже мы поклоняемся тем, что Бог нам дал, правда? Аллилуйя. Это наша сила. О, чудный наш Господь, правда? Аллилуйя. Поэтому мы очень любим Его, и мы хотим всем поклоняться Ему, правда? Мы поем эту песню «Поклоняюсь Тебе». Каждый день, кажется, ну каждый день у тебя нету собрания, понимаете? У тебя нету каждый день служения вот такого с пением, с проповедью, с молитвами и так далее. Но при этом все мы поклоняемся Господу, правда? Аллилуйя. И будем поклоняться Господу. Слава нашему Господу, потому что Он восстановил это поклонение, как братан же напомнил эту тему. Слава нашему Господу. Я хотел вместе с вами прочитать, знаете, для начала мы будем с вами просто продолжать. Я даже, если честно, не знаю, с какого конца мы будем продолжать, потому что много есть разных мыслей, знаете, и просто хочется быть гибким к тому, что Бог нам дает, правда? И я думаю, что я очень рад просто тому, что люди пишут и присылают какие-то отзывы, знаете, и говорят, помогло, звонят, говорят, вдохновило, знаете. И тогда ты знаешь, что тело реагирует на это, понимаете? Церковь реагирует на то, что звучит в слове. И мы очень счастливы, что слово, оно не послано для того, чтобы просто нас удивить, нас, знаете, там, как сказать, впечатлить или еще что-то такое, чтобы дать нам победу, чтобы дать нам результат.
взгляд, чтобы у нас была определенная сила, чтобы у нас было определенное откровение в то время, в которое мы живем. Правда? Аллилуйя. Поэтому я хотел с вами вместе прочитать из Колоссянам. Мы будем продолжать по книге Есфири, но хотел взять из Нового Завета. И здесь в книге Колоссянам у нас написано, знаете, я, может быть, даже из синодального, чтобы было более привычно, у меня здесь короля Якова, вот там большой разницы в этом случае не играет, но хотелось с вами прочитать. Так, Колоссянам, это там, где Ефесянам, да? Да, чуть-чуть не доходя, ага. После Филиппийцам. Хорошо, Колоссянам, 2 глава. Это с 1 стиха, и здесь апостол Павел разговаривает с церковью в Колоссах, то есть это была отдельная группа, отдельный город, и там образовалась эта церковь, даже не все знакомы были с Павлом, как дальше мы прочитаем здесь, вот. Но он переживает за эту церковь, он стоит за эту группу людей, и он восхищается определенными вещами и подчеркивает, что это очень хорошо, что у них это есть, знаете. Давайте мы прочитаем это, 2 глава, 1 стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, то есть какую войну, какое переживание там внутри, какие у меня старания, знаете, ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения». И для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Аллилуйя. Апостол Павел говорит, я так счастлив, что есть такой источник всего совершенства, всего премудрости, всего ведения. Он находится во Христе Иисусе. Аллилуйя. И поэтому он говорит, я так хочу, чтобы эти церкви, о которых я переживаю, чтобы они были подключены туда. Потому что как только церковь туда подключена, как только человек туда подключен, друзья, ну, если вы подключены к электричеству, и я подключен к электричеству, ну у нас столько же электричества, правда, с вами? Аллилуйя. У вас 220 вольт, у меня 220 вольт, правда? Мы не звоним друг другу и говорим, сколько там у тебя электричества сегодня, да? Если у нас проведено электричество в дом, то... Аллилуйя, слава нашему Господу. Оно постоянно, оно идет, понимаете? Поэтому мы рады этому. И апостол Павел говорит, я рад, что есть такой источник, и пусть все будут подключены к нему. И он говорит, это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами. Он в мыслях, он в духе находится там, с этой церковью, он переживает, чтобы они выстояли в этот обольстительный век. И нахожусь с вами, радуясь, вот почему, чему радуется апостол Павел, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христе. Аллилуйя. Слава нашему Господу. А как он видит? Он даже и не видит их, понимаете? Он просто слышит отзывы определенные. Там такое происходит, там такое происходит. Аллилуйя. И он говорит, я радуюсь, что у вас есть в церкви благоустройство и твердость веры вашей в этом Христе, в этом источнике энергии, правда? Аллилуйя. Слава нашему Господу. И поскольку это церковь, речь идет о церкви, и речь идет об этой Колоссской церкви, это женщина, правда? А женщина – это Есфирь, это Руфь, это Раав. И дальше мы пойдем от этого немножко отталкиваться. Слава нашему Господу. Садитесь, пожалуйста. Рады всех приветствовать, кто находится вместе здесь, в зале, кто находится на трансляции также. И замечательное место вообще находиться в присутствии Божьем, правда? Потому что Господь всегда там, где Он, там что-то хорошее происходит. Для всех происходит хорошее. Аллилуйя. Поэтому мы счастливы этому. И, знаете, я просто думал, как тут, с какой стороны подойти. Но думаю, что надо, наверное, оттолкнуться по нашему принципу. Знаете, то, что Бог помазал, то, что Бог благословил. Давайте оттолкнемся от этого и будем дальше двигаться. Вы помните, последнее, о чем мы говорили, это о том, что Есфирь, мы проходили эту книгу Есфирь, Есфирь устроила пир.
Есфирь явилась перед царем, и мы с вами увидели, что не ее просто очень красивый наряд, не ее миловидность, не ее красота, не это коснулось царя. Коснулось царя то, что было там внутри у этой царицы, правда? Потому что стихами до этого написано, она молилась, она находилась в посте, она окружила себя вот такими же самыми людьми тоже. Она сказала, мои служанки тоже будут молиться. Служанки научились молиться там, знаете, в том царском дворце. Я не знаю, может, они тоже еврейки были, но факт то, что она окружила себя вот этой атмосферой. И она 3 дня находилась в этой атмосфере, и она еще попросила, помните, помощи, она попросила поддержки у церкви. Она сказала, Мардохей, пожалуйста, передай иудеям, чтобы они тоже находились в этом состоянии. Давайте мы будем молиться, давайте, потому что мы не можем ничего сделать. Все зависит сейчас от того, что царь сейчас скажет, правда? От его расположения. Аллилуйя. Поэтому, когда мы смотрим на это, мы понимаем, что именно это сработало. Не ее внешность какая-то, знаете, она тоже была, я думаю, замечательная и царская, и прекрасная, и привлекательная. Но при этом всем тот дух, который находился в ней, вот это его привлекло. Оно и с самого начала так было, вы помните? Когда приходили к нему царицы, там не царицы, а те кандидаты, знаете, в жены и так далее, что-то там щелкнуло в ней, понимаете? В Писании говорится, и она обрела благосклонность у царя и у всего народа. Что-то было в ее духе такое, что расположило их. Аллилуйя. Я хочу прочитать несколько цитат. Для начала это всего лишь столько у меня на сегодня цитат есть. Но я хотел вам прочитать про Есфирь. Брат Бранхам говорит в проповеди «Брак Агнца». Это свадебная такая проповедь, как сказать, о браке. Он там говорит многие вещи о отношениях мужа, жены. И здесь он говорит, это... Да. Так, сейчас я скажу вам, который это будет параграф. А, мы сегодня не показываем, да? Или показывается, да? Ну, я просто прочитаю. И... Брат Бранхам говорит, 172 параграф, брак Агнца, 62 год. Есфирь должна была стать невестой, поэтому ей не надо было никаких мирских украшений. Она захотела войти к царю просто такой, какой она была. Как мы приходим к Господу? Такие, как мы есть. Потому что Бог нас такими и создал, и ему так нравится. Если ему не нравилось бы, как он создал бы нас, он бы уже нас украсил тогда. Правда? Но он любит нас такими, какими мы есть. Она захотела войти к царю просто такой, какая она была. Она украсила себя, как следует женщинам из пятидесятников, кротким, смиренным духом. И когда прошли все эти модницы, первые дамы со всеми своими новыми побрякушками, царь глянул на них и отправил в палаты к наложницам. Но когда эта Есфирь предстала перед его взором, и он увидел этот приятный, смиренный, кроткий дух, он сказал, это она. Принесите корону и возложите на ее голову. Аминь. Вот так. Пусть они украшают себя вот таким духом. Не только женщины, он говорит, но и мужчины. Невеста, церковь, правда? Украшают себя вот таким духом. Тогда вы готовитесь стать невестой. Приятные, почтительные. Есфирь очистила свое сердце. Аллилуйя. Брат Брахам показывает красоту Есфири. Помните, дальше он продолжает 199-й. Параграф. И он говорит, как Есфирь, сокровенный в сердце человек, сокровенный человек, кротость и мягкость Духа Божьего в сердце человека, не слава и шик этого мира. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Что коснулось царя? Сокровенный в сердце человек. Помните, это он взял из Писания, из Нового Завета, где говорится, не волос плетения, там не украшения и так далее украшает человека, а именно сокровенный в сердце человек сработал тогда, правда? Аллилуйя. И слава нашему Господу. Я столько хотел прочитать. И вы знаете, когда смотришь на Есфирь, это удивительный такой персонаж, который даже до конца трудно понять. Это просто, как сказать, это определенный прообраз, который нам очерчен как карта
в Писании, чтобы мы понимали свое время, потому что мы живем в то время, когда должна настоящая Есфирь быть на сцене. Церковь Божья, правда? Аллилуйя. Невеста Божья. Руфь, Есфирь, эти книги женщин, правда? И когда мы смотрим на Есфирь, то меня всегда удивляло, знаете, думаю, ну мы говорили уже как-то на эту тему, но поскольку мы говорим о поклонении, поскольку мы говорим о восстановлении Елимелеха и так далее, то посмотрите, какой интересный получается здесь смысл. Есфирь, она же попросила, молитесь, пожалуйста, я буду молиться тут 3 дня и так далее, молитесь, поститесь, чтобы когда я выйду, чтобы скипетр был ко мне простерт, потому что иначе смерть, понимаете? И когда царь увидел ее кроткие, смиренные, приготовленные к служению, приготовленные к просьбе, приготовленные к дальнейшему служению, приготовленный дух ее, правда? Аллилуйя, потому что ты не можешь молиться и поститься 3 дня и потом выйти, знаете, вот так вот, таким расхлябанным после этого всего. Оно и предназначено для этого, правда? Зачем мы молимся? Зачем мы постимся? Зачем эти все вещи? Для того, чтобы настроить нас полностью, даже наше тело, правда? Даже наш дух приготовить, человеческий наш дух, правда? Чтобы наш внутренний человек мог превозмочь, правда? Что происходит, когда у нас беда? Что происходит, когда у нас нужда? Мы начинаем усиленно молиться, правда? И ты смотришь, человек стал более чувствительным к духу, правда? Человек стал более обращать внимание на слово. Человек стал больше молиться. Человек стал, может быть, менее резким, чем он был раньше. Правда, может, стал более кротким и мягким, потому что ты иначе не можешь быть в присутствии Божьем, правда? Аллилуйя. Поэтому, когда эти все вещи происходят, друзья, она пришла с этим приготовленным духом послужить царю, поговорить с ним и так далее. И когда скипетр был простерт, в конце концов, то, казалось бы, вот он результат, вот он, ну, все, прекращаем молиться, все, Есфирь добилась своего. Нет. Это не так быстро, понимаете? Не так быстро. 3 дня, и все, и готово, знаете. Нет. Она сказала, царь. Он говорит, ну давай, я буду исполнять все твои желания до полуцарства. Она говорит, царь, я хочу, чтобы ты пришел на пир. Аллилуйя. Давайте это прочитаем. Аллилуйя, эти слова. Слава нашему Господу. Где это написано? Да, пятая глава, это есть, у меня синодальный почему-то открыт. И он говорит, на третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. Опять тот же самый момент, который был тогда, когда они первый раз встретились. Понимаете? Она обрела благосклонность. Ее вот этот дух, ее оригинальность, правда? Брат Брах говорит, она не оделась, как все остальные. Помните, как она первый раз к нему пришла? Так, как ей подсказал Евнух. Правда? Аллилуйя. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфире, коснулась конца скипетра, и сказал ей царь, что тебе? О, друзья, как приятно, правда, когда ты приходишь в контакт с царем. Правда? Это сначала она стояла поодаль, сначала она там, знаете, стояла во дворе, он находился в этом, извиняюсь, доме царском, а потом она приблизилась к нему туда, правда? Слава нашему Господу! Она стояла там на золотом жертвеннике, правда? Она поклонялась там, она была в кротком и смиренном духе, фимиам возносился туда вверх, к Богу, и тогда она смогла зайти куда? Во внутреннее. За завесу, туда, где царь, на престоле своем, правда? Аллилуйя. И там что она сделала? Там она прикоснулась к Богу. Аллилуйя. Там она прикоснулась к царю в прообразе, правда? Аллилуйя. Она обрела вот этот контакт. Бог меня слышит. Царь ко мне расположен. Друзья, это же замечательный момент, правда? Аллилуйя. Мы очень счастливы, когда мы переживаем вот этот момент. Не просто мы стоим там, знаете, на внешнем дворе. Стоим, и замерзли уже стоять и так далее. Нет, мы там поклоняемся до тех пор, пока Он не позовет нас. Правда? Аллилуйя. Это может пройти время, но, друзья, когда Он простирает свой скипетр, тогда ты уже заходишь сюда, правда?
ты заходишь, что ты видишь, Бог расположен, Бог хочет, чтобы я это просил. Бог хочет, план действует, понимаете, аллилуйя, воля Божья значит исполнена, значит я в правильном, на правильном пути, я на правильной дороге. Это приятное ощущение, правда? Когда мы ради этого живем, друзья, понимаете? И не то, что там, знаете, она там стучалась, напустите меня, пустите, пустите, давайте опускайте скипетр. Нет, она не могла так добиться этого, понимаете? Она могла добиться только скромным, кротким, измеренным духом, который у нее там был, правда? И правильно одетая, освященная, правда? Слава нашему Господу. И когда она заходит туда, она имеет этот контакт, правда? Она прикоснулась к царю уже. И сказал ей царь, что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. Аллилуйя. И сказал Исфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. Слава нашему Господу. Царь служит. Царь – это высокопоставленное лицо, понимаете. Царь – это тот, который издает законы в их царстве, правда? Он издавал законы, там, знаете, издать так, перстень тому дать и так далее. Вот он слушает точно то, что сказал Исфирь. А что сказал Исфирь? Я приготовила пир сегодня, не завтра. Я хочу, чтобы ты сегодня был у меня на пире. Друзья, аллилуйя, это вы видели, как Исфирь приготовилась к тому, чтобы туда прийти, понимаете? Аллилуйя! Невеста приготовила себя. Себя приготовила, аллилуйя. И она уже знала наперед, что будет происходить. Она уже приготовила этот пир. Друзья, там уже банкет ломился. Когда царь там сидел на престоле и даже не думал, что такой сюрприз будет сегодня. Правда? Аллилуйя! Она пришла, и у нее уже, кроме смиренного духа, кроме прекрасной одежды, уже что-то было заготовлено. Уже было что-то приготовлено, уже что-то сделано было для царя, правда? Аллилуйя! И она, смотрите, как она точно это высказала. Она сказала, пусть придет царь с Аманом сегодня куда? На пир, который я приготовила ему. Я приготовила этот пир, она сказала, правда? И сказал царь, сходите скорее за Аманом. Ну так пир же сегодня, правда? Он же только что и пообещал, ты что скажешь, я до полуцарства исполню. И он в точности, обратите внимание, с какой точностью царь исполняет уже желание Исфири. С какой точностью, он ничего не пропустил, можно было сказать, а пир, а хорошо, все, я пошел. Подожди, Амана забыли, давайте, нет. Бог же, Бог порядка, понимаете, поэтому он показывает себя в этом прообразе царя. И смотрите, царь сразу же говорит, сходите скорее за Аманом, не было рядом. И он говорит, сходите скорее за Аманом. Царица потребовала Амана? Это желание царицы, правда? За Аманом, чтобы сделать по слову Исфири. Царь делает по слову Исфири, друзья. Царь делает по слову невесты, царь делает по слову церкви, уже делает. Еще никто не спасен. И закон как был, так и есть. Иудеям всем смерть объявлена и развешена по всем столбам. Вы понимаете? Аллилуйя. Но здесь Исфирь уже смотрит. Он делает по слову моему. Он отзывается на мое слово. Его, каждое мое слово, когда я вот так к нему прихожу, ему важно. Он ничего не пропустил, друзья. Когда ты приходишь к Господу и молишься к Нему, Он ничего не пропускает. Когда ты вот так вот приходишь, как Исфирь, Он ничего не забыл. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он все исполнит в точности. Ему не важно, зачем тебе Аман нужен там, понимаете? Он даже не вникал, а зачем тебе премьер-министр на нашем там пире? А может, давай вдвоем романтический пир устроим или еще что-то? Невеста захотела, невеста попросила, церковь обратилась к нему. Он в точности исполнил это. Аллилуйя, друзья. Слава нашему Господу. Вы видите, с какой точностью написано? По слову Исфири. Исфирь, царица, приходила только что сюда и сдала новое под указ сегодняшнего дня. И заметьте, она никуда не откладывала это. Сегодня. Сегодня пир. Пир сегодня. Будем пировать сегодня.
сказала Есфирь. Аллилуйя, где-то в своем сердце. О, чудный Господь! Слава нашему Господу! Аллилуйя! И они отправились туда, на этот пир. И я хочу вам сказать, друзья, мы уже говорили на эту тему, но сегодня просто некоторые еще детали к этому добавились. Мы сейчас говорим о том, что Есфирь была расположена к царю. Она... Это прообраз невесты и Христа, правда? Она хотела что-то сделать приятное. Она хотела поклоняться ему, правда? Она хотела сделать что-то такое, чтобы угодить ему до глубины души. Аллилуйя! Что-то очень-очень-очень его трогающее, правда? А почему так? На самом деле, когда мы смотрим в Библию, то мы можем увидеть, что она на самом деле отражала царя в этом. А это не просто такая Есфирь просто была. Она наблюдала очень внимательно за царем. Она наблюдала за инцидентом, который произошел во время пира с первой женой. Правда? Она изучала эти вещи, она вникала в эти вещи, и она думала, что ему угождают, что ему ранит, что ему не нравится, что неприятно для нашего Господа. Правда? Мы хотим исполнять его, мы хотим быть угодными для него. Правда? И смотрите, какой этот был царь. Вы знаете, как интересно в Писании он описан. Сейчас мы это прочитаем в первой главе. У меня столько тут этих писаний, что найти, боже мой. В первой главе, там даже и в заметках-то нету, ну ладно. В первой главе, там прямо так и написаны эти вещи. Так. Давайте с первой главы прочитаем второй стих, третий стих. «В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. Аллилуйя! Для кого он устроил этот пир? Он устроил для своих подданных. А? Для своих генералов, для своих, как там написано, правителей областей и так далее. Это был щедрый царь. Это был царь, который жил ради народа. Правда? Не написано, сделал царь себе пир. Нет, он написано, что он сделал это для других. Царь сделал пир для других. 180 дней делал для других. И чем оборвалась эта вся замечательная история? Оборвалась тем, что во время этого пира, оказывается, кто-то делал пир для себя. Да? Чем разница была между царем, Есфирью и Остинью? Все троем делали пиры, правда? Остинь делала пир для себя. Да? Аллилуйя! Где это написано? Для женщин сделала там, для себя. И она отказалась, она там была царем, понимаете? Она сказала, я не собираюсь никуда идти. Аллилуйя! Это мой пир здесь, сейчас. Слава нашему Господу. Но царь делал для других. Правда? Он хотел, чтобы другим было хорошо. Смотрите, когда они поженились, уже пропускаем из Остинь, идем в Есфирь. Когда они поженились, вторая глава, сейчас это найду, это будет 17 стих. Вторая глава, 17 стих. «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь». И что происходит, когда он поженился? «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем». Себе сделал? Нет, для других сделал. Правда? И он и пир служащих в нем. Пир ради Есфири сделал. Аллилуйя. Он сделал первый пир. Аллилуйя. Он показал тон. Да.
Он тот, как бы сердце расположено к перам и делать их для других. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Пир закатил ради Исфири. Друзья, понимаете, что когда Исфири там стояла, там, знаете, все почести, все церемонии и так далее. А как вы думаете, проскочила такая мысль среди нее? Я стою здесь, еврейка-сирота, вообще не из этого народа. И Бог такое делает для меня? Бог это для меня? Да, сестра Лена, правильно? Это благодать. Это когда тебе расположена милость, а она не заслужена ни капли, ничем вообще. Слава нашему Господу. Вот это пир, правда? Слава нашему Господу. Она стоит, и царь так меня любит, что ради меня сделал этот пир. Да, он не знает, что я еврейка. Да, ему кажется, что я просто там персидская. Но не знает всей моей предыстории. Он не знает, что я же из бедных этих вообще воспитывалась родственником. Нету, не написано ни отца, ни матери, понимаете? Аллилуйя! О, Господь! Слава тебе, Иисус! Я думаю, где-то она в сердце там млела, знаете, от того, что просто вот этот царь. Он ради меня. Друзья, люди, которые не имели что-то, люди, которые были лишены чего-то, люди чего-то недоедали, люди чего-то, знаете, были бедными и так далее. Дальше в жизни, когда кто-то будет расположен к ним, они будут ценить это, понимаете? Да? Мы знаем это из жизни, наши просто практичные. Слава нашему Господу. И она там стояла, царь ради меня сделал пир, я запомню это. Аллилуйя. Царь ради меня мне заслуженно сделал пир. Я это примечу. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Пир ради Исфири. И смотрите, что во время пира происходило. Царь вообще в полной эйфории. Царь в полной, знаете, радости. И он, написано, и пир ради Исфири, 18 стих, и сделал льготу областям, и раздал дары с царской щедростью. Аллилуйя! Вот это пир! Аллилуйя! Вот это характер царя, правда? О, Боже мой! Льготы все! Вы платите НДС 21%, будете в этом году 5% платить. А, хорошо! И все знаете, вот это пир, нам всем нравится такой пир от царя, правда? Сделал льготы, понимаете, какие-то налоговые, какие-то по сборам, по еще каким-то таким, и народ сказали, да? О, вот это здорово, слава нашему Господу, да? И раздал дары, дар это незаслуженный подарок, понимаете? И он начал раздавать эти дары. И Исфири за этим всем наблюдает. Вы смотрите, какая щедрость. Вы смотрите, какой и царь, какое у него расположенное сердце. Буду учиться, аллилуйя. Поэтому, когда речь зашла, скипетр простерт, и вот уже, Исфири, давай говори, и она... Да, Амана! Нет, подождите. Какой Аман? Мы его на пир сначала пригласим. Все должно идти по плану. Пир, царь! Приходи на пир, царь! Аллилуйя, друзья! Слава нашему Господу! В самое тяжелое время, тогда, когда там сердце у нее вот так вот молотится, знаете, она там, знаете, сидит с ними, и они, может быть, ничего не подозревают, все хорошо, Аман думает, все по плану, царь думает, какое у меня хорошее царство. И Исфирь сидит и думает, боже мой, еще один день прошел. Скоро уже 12 месяц, 13 число. Аллилуйя. И при этом всем она устроила пир для царя. Это урок для нас, друзья, это пример для нас, что нужно делать тогда, когда тебе тяжело. Нужно устраивать пир для царя. А почему ты устраиваешь пир? Потому что он первый для тебя устроил пир. Он первый возлюбил тебя, он первый излил щедрость, он первый показал пример. Правда, друзья? Почему мы поклоняемся нашему Господу? Потому что он первый нас возлюбил. Мы еще не были здесь на земле, когда он был на Голгофе, висел там и доказал. Не просто сказал, я их люблю, а потом сказал, я их не люблю, или я их разлюбил, или еще что-то такое. Он доказал, он пролил кровь, он отдал жизнь, он умер ради этого. Он доказал свою любовь, он устроил для нас пятидесятнический пир, когда Дух Святой сошел туда. Он доказал, я устроил, я отдал себя для вас. Теперь я в руках церкви, теперь я наполняю этих вот людей.
Слава нашему Господу. И это что, как это называется? Это называется благодать, называется. Когда ты не заслужил этого, а Бог тебе это дает. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Давайте мы прочитаем один стих из Колоссянам еще. Замечательно, я просто изучал недавно это послание. И мы говорим о поклонении, мы говорим о том, как Есфирь поклонялась, правда? И нам здесь точно так же, и апостол Павел говорит, 3 глава, 16 стих. Я прочитаю из короля Якова. Здесь написано, пусть слово Христово обитает в вас богато во всякой мудрости. Правда? Учитесь у Христа, учитесь у царя, как это делать, правда? Он говорит, уча и вразумляя друг друга псалмами и гимнами и духовными песнями, с благодатью воспевая в сердцах ваших Господу. А почему в ваших сердцах благодать, и вдруг она поет? Потому что кто-то явил первый тебе эту благодать. Аллилуйя, не ты там вырабатываешь, ну, наконец-то, сейчас я буду. Так, о чем же мне тут спеть Господу? Что же мне тут так поклониться? Друзья, у нас такой мысли нету. Мы поклоняемся, потому что у нас благодать в сердце, аллилуйя. Благодать, это значит, ты не заслужил этого, никогда бы не заслужил вообще. Аллилуйя. Поэтому мы видим здесь, апостол Павел говорит, когда ты поешь в сердце Господу, у тебя в сердце что должно быть? Благодать, аллилуйя. О, Боже мой. Чудо наш Господь. Когда мы здесь поклоняемся, почему здесь находится присутствие Божие? Потому что мы с благодарностью начинаем Ему петь это, правда? С благодатью, которая у нас в сердце. О, Господь! Аллилуйя! Вот это да! Вот это пир, правда? Господу это нравится, когда та благодать, которую Он и дал тебе, возвращается тебе обратно. Аллилуйя! Как это в этой песне, да? Об этой незаслуженной милости мы поем. Ее хочу я нести другим, незаслуженную милость буду воспевать. Что такое незаслуженная милость? Благодать, благодать нам явилась, чтобы оправдать. Аллилуйя, друзья, мы с этим поем, друзья. Вы думаете, Бог что-то слышит другое, как то, что в вашем сердце? Он слышит то, что в вашем сердце громче, чем слышит. Потому что голос может сорваться, голос может уехать куда-то, голос может не дотянуть, техника может подвести, колонка может хрустнуть или еще что-то такое. Друзья, но сердце-то там не хрустнет, понимаете? Оно там внутри, эта благодать изливается в этом песнопении, в этом поклонении, правда? Аллилуйя! И когда царица пригласила его на пир, и он пришел, и он сказал, делайте только по слову. Сказала Амана пригласить. Делаем так, Амана приглашаем. Слава нашему Господу, правда? Бог слышит вот это поклонение, Бог слышит эти вещи. И что интересное происходит между этими двумя пирами? Да? Давайте немножко рассмотрим эти события. Один пир сделала Есфирь, потом говорит, ну, знаешь что, ну, пожалуйста, еще, давай еще один пир. Ты столько нам пиров закатывал, дорогой царь, можно я тебе еще один пир закатаю? Обратите внимание, во время беды, во время бедствия, во время давления, во время суматохи, во время этих всех стрел, которые наполнялись, во время того, что кто-то молится, во время того, на фоне этого всего устраивается пир для Господа, аллилуйя, для царя. А он и так расположен. Зачем это все делать? Но это все Писание. Оно что-то нам показывает, правда? И вот она говорит, если я нашла благоволение, это пятая глава уже после первого пира, или во время пира, давайте даже прочитаем, шестой стих. И сказал царь Есфирь при питье вина. Знаете, когда он расположился уже, наполнился. А на пире было вино, друзья. Это прообраз, не буквальное вино, я не имею в виду сейчас физическое вино. Это прообраз. А кто приготовил пир? Царь? Аман? Нет. Есфирь приготовила пир. Есфирь заказала вино. Есфирь договорилась о том, чтобы на пире было вино. Это было вино Есфири.
Аллилуйя. И вот царь приходит и... хорошее откровение у тебя. Друзья, вы рады, когда Бог подтверждает ваше откровение? Правда? Когда Он приходит, исходит и исполняет то, что Он и открыл тебе. Знаете, не то, что ты придумал, не сфантазировал, или еще что-то так сказал, не сбылось, или еще что-то такое. Нет. Царь пришел и спил этого вина, и еще больше расположился, друзья. Аллилуйя! Он увидел, какое откровение у него, он увидел, какой пир приготовлен. Слава нашему Господу. И он говорит, во время питья вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено. Какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала Исфири, сказала, вот мое желание и моя просьба. Она сказала это искренне или специально? Ну, давайте еще дорасположим царя. Друзья, это было искренне. Это было искреннее ее желание. Аллилуйя. И моя просьба, если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое, исполнить просьбу мою, то пусть царь сама нам придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. Аллилуйя. И Аман вышел. День веселый, благодушный. О, Боже мой. Слава тебе, Господь, друзья. Это когда у человека нет откровения, он вообще не понимает, что происходит, то он просто, знаете, о, ничего себе, что тут происходит. Вот это да. Аллилуйя. О, Боже мой. Теперь там Мардохея увидел и так далее. Я хочу обратить ваше внимание, интересная такая просто параллель про Амана, раз мы уже о нем заговорили. Все это происходит, пир, первый пир, второй пир и так далее. И Аман, знаете, он как никогда набрал уверенности. Да? Потому что дальше, когда говорится, пошел он там и рассказывал, и Маман там всем рассказывал, то есть он говорит, я уже дошел до такого пика. Друзья, это прообраз дьявола Аман. Правда? Не человека какого-то, я имею в виду дьявола Люцифера, который разогнался аж до таких оборотов, знаете, что он говорит, мне тут уже царица привыкла, даже и та пригласила меня на царь. Чего мне только тут не хватает для полного счастья? Ах, Мардохея уничтожит. Ну хорошо, сделаем что-нибудь. И заметьте, он сделал нечто руками человека сделанное. Сделанное что-то, какая-то конструкция, какая-то инженерная структура была поставлена, да? Виселица. За это время, между двумя пирами. Между двумя пирами все еще больше накаляется. Мардохея уже грозит смерть. Сейчас он еще не знает этого, сидит у ворот непреклонный и так далее. Но смотрите, что происходит в 6 главе при этом всем. Начинает в конце концов так сильно работать молитвы евреев, молитвы Исфири, как сильно работает ее пир, правда? Потому что царь попадает в эту атмосферу любви, попадает в атмосферу Исфири. Он начинает о ней думать. Он начинает, знаете, вот слава Господу, меня такая жена освободила, меня хоть там на то все законы, все надо принимать там и все остальное. На пир. И главное, сегодня еще пригласила, сказала, не отложила. И все. А, ну, царица, слово царица, я же обещал до полуцарства, все, пускай решаю там. Я пошел на пир. Царь любил пиры, знаете. Аллилуйя. И вот 6 глава. И в ту ночь... Господь отнял сон от царя. Это в какую ночь? После первого пира, перед вторым. Да? Не говорите мне, что Бог не работает над сердцами людей. Не говорите мне, что Бог не может расположить кого-то. В Писании говорится, аллилуйя, в Ветхом Завете говорится, сердце царя в руке Господа. Захотел, дал сон, захотел, не дал сон. Захотел, напомнил, захотел, показал, захотел, расположил и так далее. Аллилуйя, это где? Это все во власти этих людей. Это и сфере этой Мардохея, этого народа иудейского, правда? Аллилуйя. И он говорит, ту царь, ту же ночь Господь отнял. Кто отнял сон? Кто работает над сердцем царя? Господь работает. Не просто царь наелся, знаете, там сидишь, шашлыка наелся, не смог, там, знаете, несварение и все остальное. В Писании говорится,
Господь отнял сон от царя, и он велел принести память. Так, что делать? Что делать? Я не могу спать. Так, так, знаете, когда не спишь там. Так, 12, так, час, так, 2. Да что ж такое? Да я не могу уснуть. Надо чем-то толковым заняться. Читайте мне что-нибудь. Читайте мне что-нибудь вдохновленное. Друзья, у кого бессонница, там ночью просыпаемся. Хорошее лекарство предлагается, писание. Царское такое, знаете. Начинайте что-то читать, начинайте что-то слушать. Аллилуйя, может, Бог вас разбудил. И Господь отнял сон, и принесли ему проповедь. Да? Принесли памятную книгу, дневник записей, и читали их перед царем. Ну, у царя такая привилегия, за него читали. Ну, а что мы сейчас не можем точно так же включить, чтобы за нас начитанное что-то мы могли прослушать? Царские условия, друзья, даже читать не надо, за тебя прочитано уже, нажал кнопку и слушаешь. Аллилуйя. То, что было когда-то в 65-м году, это уже давно было. Здесь тоже что-то давно было и сильно вдохновило царя. А? Было, там в прошлом уже записано, читайте, давайте, памятную книгу мою. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Агавафу и Фару, двух евнухов царских. А это первая глава написана. Первый. В начале там написано, что он донес. Да? Которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса, и сказал царю, а какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему, знаете. Пришли такие заспанные, знаете, там, отроки читали в 3 часа ночи, там, наверное. Ничего не сделали царь. И сказал царь, кто на дворе? А тут уже с утреца Аман, знаете, у него уже свои же планы, знаете, он там виселится, у него тут уже быстро. Чик-чик-чик. Заметили, как быстро он все сделал? Заметили, как быстро он издал указ и сразу же сделал, и уже стоял виселиться? Читаем между строк? Быстро, оп, раз, готовенько. Все, стоит уже, налажено уже, подключено, все провода есть. Быстрый Аман. Но он фору получил, поэтому он быстрый, правда? Вот Аман стоит на дворе, с позараночку. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман, и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем. Подумал в сердце своем, да? Где обнаружилось беззаконие Люцифера? В сердце, да? И подумал он в сердце своем, да? Мы видим это опять, опять Иезекииле, опять Исаия 11, да? Мы в этом русле сейчас говорим. И подумал Аман в сердце своем, кому другому я же по правую руку? Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, тому человеку, который царь хочет отличить почестью, пусть принесут. И такая, знаете, у него фотография Амана в разуме у него. Так, что же заказать-то? Чего я всегда жажду? Чего я, ради чего я премьер-министр? Ради чего я второй человек в царстве? Пока что второй. Да? Да? Мы же читаем мысли Люцифера, правда, в этом смысле? У него всегда одно и то же. Да? Авессалом хотел стать царем, Люцифер хотел свергнуть, я встану выше звезд небесных и так далее, да? Ну что ж мне не хватает еще для полного счастья? Ладно, Мардохей уже виселица стоит. Ну, пусть принесут одеяние царское. И он так, знаете, аж так закрыл глазки и так представил себя. В царском одеянии. Одежда самого царя. Так, что еще мне тут до полного царства, до полного счастья? И приведут коня, на котором ездит царь. Не просто как-то похожий там с конюшни. Я хочу коня, на котором царь ездит. А замахивается парень, а? Высоко замахивается, большие у него перспективы, правда?
Я хочу одежду царя. Потому что, когда он выходит в ней, его сразу распознают. Помните на битве Йосафат, Ахав, помните? Это царь! А, я не царь! Да что ж ты оделся в царя? Да? И здесь тоже меня будут распознавать как царя. Я царь буду. Аллилуйя. Коня, на котором ездит царь. Ну, и так, еще так, фотография. Так, еще я на коне, уже в царской одежде. Что мне тут еще не хватает? Корона. Короны не хватает. Придут царя, на котором ездит царь, возложит царский венец, корону, на голову его. И пусть подадут одеяние и коня в руку одному из первых князей царских, облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред всеми, так делается тому человека, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, царь, знаете, такой законодатель, он сразу же принял информацию, сразу же оп, и закон издает, правда? Аллилуйя. Вы обратите внимание, на что замахнулся Аман. Аман замахнулся на то, чтобы одежда была царская, корона была царская, конь был царский, а внутри Аман. А внутри змей, а внутри Люцифер. Понимаете, какая суть дьявола, что вот все там, знаете, внешне было вот так красиво, все хорошо там на коне и так далее. А Брабраха говорит, душа не рождена заново, она черная, как смола. Да? Аллилуйя. Вот чего хочет сделать Аман. Ну, друзья, аллилуйя. Я так счастлив. Вы знаете, почему это все вот здесь происходит? Потому что Люцифер, у него же старая мозоль по битве на небесах. А? Я воздвигну, я буду с короны ходить, я буду в царском одеянии, я буду на коне. Друзья, ты не свое место, Аман, занимаешь. Это не твое место ездить на царском коне. Это не твое место одеваться в царское одеяние, весон царский. Это не твое место носить корону царскую. А чье место тогда, Аман спрашивает? А тех, которые скачут в Откровении 19 в царской одежде. Аллилуйя! На царских конях скачут. Это не для него, это для нас, вы понимаете? Аллилуйя! Слава нашему Господу! О, Боже мой! Когда в Откровении 19 написано, что Он будет скакать. Давайте прочитаем это, мы уже давно читали. Откровение 19. О, Боже мой! Слава тебе, Господь! И возрадуемся, 19.7, возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Опять в эфире, опять в правильной одежде, правильно? Аллилуйя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал, и суть истинные слова Божьи. Аллилуйя. И написано 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный». Это кто? Царь. Царь славы. Откройте ворота. Помните, как в Писании говорится? Откройте ворота, царь славы едет на коне. Аллилуйя. Сам Иисус. На нем, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очень у него, как пламень огненный. На голове у него много диадим. Много корон. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Вот какая царская одежда, правда? Обогренная кровью. Имя ему Слово Божье. И кто там? Аллилуйя. Эти они не просили, эти они не заказывали почестей каких-то, друзья. Но вот что Бог им дает. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Аллилуйя, друзья. Дьявол здесь сам опять промахнулся. Опять он посягнул на что-то, что не его. Потому что царский конь, царская одежда и царская диадима принадлежит его невесте. Аллилуйя. Принадлежит его детям, которые будут скакать правильно на этом коне. И в конце концов, кто оказался там, на этом коне?
Царь не допустил, чтобы внутри этого всего одеяния был Аман. Там был Мардохей. Он еще не проявился как премьер-министр. Он еще просто еврей, который сидит там, друзья. Это как мы на земле сейчас. Мы простые люди, просто здесь. Ну просто не преклоняемся. Ну просто у нас есть кому поклоняться, правда? Ну просто мы не собираемся никому это делать, понимаете? И уже здесь на земле Бог показывает, кто будет скакать. Кто будет на этих конях? Кто облечен в эти одежды? Помните сон брата Бранхама? Помните это видение? Брат Бранхам на огромном белом коне, скачущем, знаете, в такую царской такой походкой. И у него, знаете, это обличение и вождя индейцев. Да? А где-нибудь на земле он такой ходил, знаете, такой, знаете, вышел такой, знаете. Скиния Бранхама, здравствуйте! И все, здравствуйте! Такой, знаете, с перьями такой вышел, тут с орденами. Там. Я сегодня вам буду тут говорить. Друзья, вышел такой лысенький в пиджачке. Good evening, friends. Мардохей, маленький такой человек, а Бог уже его видит на коне. Слава нашему Господу. Как Бог вас видит? Бог вас видит в весоне светлом. Бог видит вас с диадемой на голове. Бог видит вас, вашу царственность. Бог видит вас. Друзья, аллилуйя, слава нашему Господу. Аллилуйя. Вот здесь одно местописание мне приходит на сердце. Опять из Колоссян. Думаю, что я его изучал, это послание. Аллилуйя. Это так мир видит людей. А Бог по-другому видит людей. А что нужно для того, чтобы понимать, как Бог видит людей определенных? Нужно духовное понимание. Колоссянам 1:9. Я из Короля Якова почитаю. «По этой причине и мы, с того дня, как услышали об этом, не перестаем молиться за вас, апостол Павел говорит о Колоссянах, и просить, чтобы вы наполнялись познанием воли Его во всякой мудрости и духовном понимании». Есть физическое понимание. Ну, я понимаю, этот брат вот здесь вот так, а вот у него папа, мама там, а это работает там и так далее. Делает тот, играет на гитаре, там, или стучит на барабанах, или там с микрофоном выходит. Еще. Вот это физическое, то, что мы видим в человеке. Но как Бог рассматривает этого человека? А? У нас должен быть духовный уровень зрения, духовное понимание, правда? И здесь, на Мардохее, когда мы читаем, Бог нам показывает предосмотр. Он не скакал всю жизнь потом на этом коне, понимаете? Бог показал предосмотр. Точно так же, как и с Иисусом Христом. Он ходил, один хитон, исцеление из него льется, здесь освобождение льется и так далее. Он потом подзывает своих трех учеников. Идем посмотрим, секрет вам расскажу, можно? И когда они там собрались на гору Преображения, изнутри Иисуса Христа. И выходит прославленное тело. И голос звучит, который только три человека слышат, чтобы свидетели были. Правда? Двое или при двух или трех свидетелях написано в Писании. Вот это мой сын возлюбленный. Его слушайте. Да? Вот это мой вождь. Вот это мой генерал. Вот этот достоин короны. Вот этот будет скакать на коне. И все исчезло. Извините, что свищу за кафедрой. Так получилось. И оно исчезло, понимаете? И опять идет с горы, опять Иисус в этом же хитоне. А ученики поняли, это не простой Иисус Христос. Это не просто сын какой-то. Это не просто тот, который хлеба раздает всем там туда и сюда и так далее. Это сын Божий. Мы слышали голос, который сказал, его, он генерал, его слушайте. Петр сказал, давай сейчас пойдем, куча, вы знаете, быстро, не в тему. Бог еще пока говорил, Петр, там, знаете, написано, перебил его своим словом, сказал, мое слово, вот слушайте, я не для того, чтобы тут с вами спорить, а для того, чтобы вы увидели, как я вижу вот этого Иисуса Христа. Какой Он для меня.
Это для людей он просто там плотников сын. Это для людей он родился незаконнорожденный. А для меня это человек, у которого внутри есть потенциал преобразиться прямо сейчас в прославленное тело. И ходить там через стены и все остальное. Понимаете? Бог показал предосмотр. И на Мардохее Бог точно так же показал предосмотр. Кто такой Мардохей? Это прообраз его детей точно так же, друзья. Иногда есть проблески, когда Бог тебе показывает, какую должность ты занимаешь в его армии. Каким ты являешься перед ним. Понимаете? Почему у этих людей такая большая уверенность? Почему у Мардохея такая была уверенность? Друзья, он знал, кто он такой. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Давайте вернемся, раз мы заговорили об этих конях, раз мы заговорили об этом воинстве небесном. Давайте мы вернемся к тому месту Писания, которое мы прочитали из Колоссянам 2:5. Он говорит, ибо хотя, апостол Павел говорит, ибо хотя я отсутствую во плоти, но в духе я с вами радуюсь и созерцаю, и наблюдаю. Зачем наблюдает в церкви? Насоздая ваш порядок и твердость веры вашей во Христе. Слава нашему Господу. Знаете, я просто посмотрел, что эти слова означают. То есть, не в том смысле, что я хочу, знаете, есть проповедники, которые они без греческого вообще не могут никак. То есть, они, если нету какого-то нового греческого перевода, нету и темы. Но я не в этом смысле. Я просто хочу обратить внимание, апостол Павел был очень-очень грамотный человек. Очень. И он отрабатывал свои вот эти писания, он их оттачивал. Он как, знаете, как Бетховен, я представляю себе, знаете, писал эти, знаете, так, это я не буду писать, так, это не пишем, так, слишком много написал, так, надо укоротить. Ага, так, тут надо вложить смысл в это слово, чтобы люди поняли, правда? Аллилуйя. Вот он Колоссянам здесь пишет, и вот эти слова, которые он, что он намекает здесь? Он говорит, но я в духе с вами радуюсь и созерцаю ваш порядок. Порядок – это греческое слово здесь используется, которое используется в военной терминологии. Потому что когда мы читаем порядок, так у нас что порядок? У нас на столе порядок, у нас и там в комнате порядок. Общее такое очень слово. На самом деле вот это слово, которое здесь используется, это военная терминология. Вот здесь вот. Павел же знал военное дело, правда? Знал еще как. Знал законы, знаете. Они, сейчас мы тебя, подожди, а я римский гражданин. Там его нельзя было, он был на уровне юриста, знаете, он так хорошо знал эти все вещи. Ой, боже мой, не будем трогать римского гражданина и так далее. Это был мегамозг, который хорошо знал эти ветхие заветы. Он же не ходил со свитками, там, знаете, столько Ветхого Завета, там, этих книг. Это же все память, понимаете? Аллилуйя. И вот он здесь говорит, радуйся, созерцая ваш порядок. А порядок – это греческое слово, которое означает шеренга. Аллилуйя. Апостол Павел говорит, меня там с вами нету, но я радуюсь, что у вас шеренга не сбилась. Что вы идете и маршируете рядом друг с другом, плечо к плечу. Одна шеренга, другая шеренга, третья шеренга. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Это где? На небесах? Это на земле прямо здесь уже маршируют. В каком смысле? В духовном смысле. Духовное понимание необходимо, правда? Аллилуйя. Я, говорит, радуюсь, я вижу, как вы идете в этом вот порядке, выстроившись так, как Бог вас построил, чтобы Он хочет, чтобы вы так шли. Один выполняет то, другой выполняет то, третий выполняет то. Мы всегда готовы к приказу, указу нашего царя, нашего генерала, правда? Он говорит, я рад, что вы уже на земле маршируете. Слава. Правда? А знаете, почему его это радует? Потому что апостол Павел имеет видение небесного. Он видит, как белый конь едет. Он видит, как скачет на нем Слово Божье. Он видит, как за ним следует шеренгами один период, другой период и так далее. Почему апостол Павел может такой быть? Говорить, потому что он был за завесой времени. Он видел этих солдатов. Правда? Брат Бранхам был за завесой времени, но первый до него альфа-посланник это был брат Бранхам. Правда? Это был апостол Павел, который говорит, в теле, не скажу вам там, и так далее. Был на этом другом небе. Что он там видел? Он там видел шеренги этих солдат.
Он там видел тех, которые в этом периоде победили. Аллилуйя. Он там видел тех, которые в 19 главе Откровения будут следовать за ним, когда он будет ехать со своим индейским одеянием. Правда? Аллилуйя. Он говорит, я рад, что вы хоть и на расстоянии, но вы маршируете в шаг. Вам не нужно объяснять каждый раз, когда шаг делать надо. Так, теперь левый. А, так, теперь правый. Что ж ты перепутал левый? А что ж ты перепутал правый? А что ж ты ушел там? Или еще что такое? Друзья, это натренированные люди, которые натренированы в слове, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Аминь. Аллилуйя. И они идут, маршируют. Слава нашему Господу. Что там в армии? Я никогда не служил в армии. Но вы посмотрите, как они маршируют. Там никто-то не стоит сзади и не подсказывает им в наушник. Там, так, теперь левый, так, теперь правый. А так, теперь поворачиваем налево. А так, еще смотри. Так, быстрее, а то ты отстал. Или еще что-нибудь. Друзья, это внутри механизм. Внутренние учители уже у них. Правда? Слава нашему Господу. И они маршируют один рядом с другим. Они идут этой шеренгой. И апостол Павел говорит, я радуюсь, что вы уже на конях, что вы уже воины. И здесь воюете уже. И я рад, что у вас есть, у нас написано, твердость веры вашей во Христе. Аллилуйя. А в греческом это слово твердость, это не какое-то, знаете, качество просто такой твердости или еще что такое. Это слово, которое означает бастион. Это неприступная крепость. Аллилуйя! Вот такая у вас, колоссяне, вера, что вас захватить невозможно. Мардохей, помните? Сидит у ворот. Неприступный. А попробуй его. Ты хоть его так, хоть его сяк, запугивай его, напоминай ему каждый день ему написано в Писании говорили, да? Говорили, ты не исполняешь закон царя, ты не исполняешь закон царя, а ты знаешь закон царя, а ты знаешь, что сегодня было издано, а ты знаешь еще что-нибудь такое. Мардохей вообще игнорирует полностью, сидит себе у ворот. Как неприступная крепость, как башня, которая вот есть она, стоит и стоит. Друзья, Богу нравятся такие люди с принципами. Слава нашему Господу. Богу нравится, когда люди стоят на слове. Помните, мы говорили, Мардохей? Ну что, посмотрим, устоит ли он на слове. Правильно сказали, потому что такие люди стоят на слове. Аллилуйя. Они непоколебимые, друзья. О, Боже мой, я сегодня даже пошел, думал, вообще буду, наверное, прорав проповедовать. Потому что, когда мы смотрим родословную, это мы сейчас чуть-чуть отвлеклись от церкви, от Есфири и так далее. Возвращаемся чуть-чуть обратно в Руфь. Вы помните, когда мы смотрим родословную Иисуса Христа, то в родословии очень интересно написано. Сейчас мы это откроем и прочитаем с вами. Это просто, по-моему, синодальное какое-то тут у меня. Да, Матфея 1 глава. Просто начало первого Нового Завета. Вот, открываешь первую страницу. Открываешь первую страницу. Вот, Новый Завет. Дальше открываешь первую страницу Нового Завета и начинается с чего? Послание, Евангелие от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду, братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Уже упоминается, кроме мужчин, женщина. Фамарь. Правда? Слава нашему Господу. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Видите, кое-где женщины пропускаются, кое-где они упоминаются. Да? А какие женщины упоминаются там? А? Фамарь? Раав упоминается? Вооз родил Овида от Руфи. Опять женщина упоминается. В родословии Иисуса Христа. Овид родил Исея, Исея родил Давида, царя. Давид, царь родил Соломона от бывшей Заурии, значит, за Версавией. Правильно? Аллилуйя. Друзья, упоминаются не просто женщины, а женщины веры упомянуются. Аллилуйя. Потому что когда Бог дал веру Раав, она ее не выкинула, она ее где-то не променяла на Иерихон и свой народ. Она стояла там, друзья. И когда пришло давление, когда пришла атака, когда пришел взрыв, когда Иерихон рассыпался, друзья,
там стояла одна неприступная крепость. Там стоял один бастион. Там стояла твердость веры, которую апостол Павел говорит. Там стоял кусок стены, где жила Раав. Аллилуйя. Потому что она, это отражало то, как она стояла на том слове, которое ей принесли эти посланники. Там была красная веревка, она ее и бросила, сказала, я сделаю по слову Божьему. Аллилуйя. Как посланники сказали, так я и сделаю. Аллилуйя, друзья, вот это апостол Павел называет церковью. Апостол Павел называет это, я радуюсь, говорит, когда так, такое есть. Когда дьявол не может этого победить. О, Боже мой, спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Чудный Господь, правда? Аллилуйя. И когда мы читаем дальше, знаете, мы возвращаемся обратно к Исфире. Это тоже была женщина веры, правда? Не зря о ней написано. Раав – женщина веры, Фомарь – женщина веры была, правда? За счет ее веры продолжался род Иисуса Христа, правда? Чудный Господь. Раав, Руфь, о которой мы говорили несколько собраний. И вот здесь Исфирь. Она непреклонна, она стоит там, знаете. И вот наступает время уже второго пира. Чудный Господь. Аллилуйя. Близится второй пир. И что же происходит здесь? Мардохей проехался на коне. Правда? На царском коне, в царском одеянии. И после того, как это происходило, когда Аман его и вел в это все, 12 стих 6 главы Исфири, и возвратился Мардохей к царским воротам. Вообще непреклонный. Вот здесь сидел там у ворот. Вот там это моя позиция, это мое место. Это мое самое сильное, что я могу сделать, сидеть у ворот царя. Вот как он сидел там со второй головы, вот так и сидит здесь до шестой. Держится за это, потому что он знает, это мое сильное место здесь близко до Исфири. А еще я могу понервировать Амана, он ходит тут все время. И каждый раз меня увидит, новый закон. Ладно. Мардохей, друзья, это у меня нет заметки. Мардохей возвратился обратно на свое место. Он сидел у ворот. Вот и сидит у ворот. Это моя сила. Это моя позиция. Друзья, сила в позиции. Когда тяжелое время, что нужно делать? Быть надо в своей позиции, правда? Что делала царица, когда было тяжелое время? Была в своей позиции жены, устроила один пир мужу, второй пир мужу сделала, правда? Она усилила это. Раньше, может, таких пиров не закатывала. А тут... надо усилить пир. Слава нашему Господу. И вот, смотрите, как интересно. Мардохей, только что был предосмотр невесты. Только что было показано, кто, с кем Бог. Правда? Кого Бог благословляет, кого царь расположен. И возвратился Мардохей к царским воротам. Точка. Это потому, что Мардохея все без, знаете, без перемен. Точка стоит. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. Я хочу, чтобы он возвращался так каждый день, когда он сталкивается с Сыном Божьим и с Дочерью Божьей, чтобы он возвращался после дня имения дела вот с ним или с ней, возвращался обратно в свою кухню, возвращался обратно туда, к своей жене, возвращался к своей невесте. Вы знаете, у дьявола есть невеста? Есть. Брат Брах говорит, у него есть своя церковь, да? К своим друзьям, всем своим подопечным, и чтобы он возвращался и говорил, Боже мой, мне сегодня голова болит от этого Мардохея. Аминь. Аллилуйя, слава нашему Господу. Пришел печальный. Не Мардохей пришел печальный домой. Аман пришел печальный. Хотел навязать печаль, вернул себе ее.
Хотел навязать депрессию, получил ее обратно, друзья. Отправляйте ему обратно его посылки. Это его участь быть вот таким вот, знаете, обреченным. Мы с вами не обречены, мы предопределены, а он обречен, друзья. Поэтому ему надо напомнить как следует, кто на коне едет, правда? Аллилуйя, напоминайте. Слава нашему Господу, что расположение царя к вам, а не к нему. Не Аман сидит там на коне, я, говорит, скажите, сижу, по благодати Божьей сижу там. Аллилуйя. О, Боже мой. И возвратился в дом свой печальный и закрыв голову. А потом через голову мы видим, что ему вообще накрыли эту голову. Да? Поэтому слава нашему Господу, мы будем делать так и жить так, чтобы он ходил печальный, и чтобы у него была закрыта голова, чтобы у него болела голова, друзья. И пересказал Аман. А чего пересказал? А потому что так больно было. Что ж он жене-то рассказывает-то? Она болела. Друзья, меня аж захватывает, когда дьявол болит, друзья. Когда ему нехорошо, развелся, знаете, расцарствовался или еще что такое. Надо напомнить ему, скоро заканчивается время. Скоро кто-то на конях ездит, хоть будет, а уже и ездит в духовном смысле. Помните, мы говорили, конь – это твоя позиция, правда? Чего это он так на коней замахнулся? Почему в книге Откровения, когда открываются печати, вдруг выезжает всадник на белом коне? Всадник на рыжем коне выскакивает. На черном коне. Потом на бледном коне. Это потому, что ему не дали белого. Настоящего. Скачет на том, что есть сам. Понимаете? Аллилуйя. Почему там имени символика коней? Почему там не медведи? Почему там... Это же животное могло бы быть. Почему не ослы? Почему не еще что-то такое, знаете? Почему кони там? Потому что забрали коня. Не дали коня. Мне есть свой. Белый обман, рыжий, война. Черное давление. Серый, смесь это всего. Я скачу на нем, имя мое смерть. Скачи, скачи, в 7 главе тебе конец. Аллилуйя. Смотрите. И пересказал Аман Зереш и жене своей, всем друзьям своим, все, что случилось с ним. Вы представляете? Это ж мы только вчера поговорили, чтобы я его повесил. Что там дьявол говорил своим подопечным? А? Представим? Мы только вчера с вами, я только радовался, только поставил виселицу, только пошел за печатью, а тут меня царь, понимаете, перебил. Я там шел со своими мыслями и так далее. И вы представляете, что было сегодня? Позор последний, не выдавайте это в газете. Чтобы никто не видел этого. Чтобы никто не читал позор Амана. В какой-нибудь сельской газете выпустите для галочки, которую никто не читает. Центральных не выпускайте. Это ж мой рейтинг падет. Я такое задумал, я такое сделал. И они меня вот так вот. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, ты уже начал падать, Аман. Ты еще премьер-министр, ты еще царь, ты еще князь, господствующий в воздухе, а ты уже начал падать. Аллилуйя! Иудеи еще не освобождены, Исфирь еще старается насчет второго пира. Мардохей сидит возле ворот, как и сидел, как у него в церкви, как или в жизни, какая у него позиция и была. И при всем при этом... Дьявол видит, что он начинает падать. Аллилуйя! Он начинает падать еще до того, как он попал на висельницу. Он уже начал проигрывать. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Начал падать. И из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. О, Боже мой! Друзья, дьявол тоже кое-что знает. Да?
Ах, ты обжегся, как 220 вольт, как 10 тысяч вольт подобрал. Он говорит, о, так это Сын Божий. Так это Сын Божий, да, если 10 тысяч. Если как с Моисеем-то его, раз, он стук по скале убрали. Моисей, там, Самсон, раз, ему дайлиду подкинули, пох, нейтрализовали. Давид, раз, еще что-нибудь. Иисус Христос, раз, туш, 10 тысяч вольт. Так, не понял. Еще раз. Пошел. 10 тысяч вольт. Если ты Сын Божий. Третий раз. Где-то я это видел. С кем-то я уже так воевал. Кто-то уже мне такой давал отпор на небесах. Аллилуйя. О, Господь. Помните в книге Гедеонов, в книге Судей, чуть-чуть дальше по истории, да? Что там происходило? То же самое происходило, правда? Когда Гедеон пошел подслушать, Господь ему говорит, иди послушай там, что там враги говорят. А враги проснулись такие, с головной болью и закрыв голову. Да? Помните? Мадианитяне проснулись. Боже мой, мне сегодня такой сон снился, а мне вещи и сны снятся. Да? А что ты там во сне видел? Да хлеб сыпется вот такой вот. Катится хлеб с горы, и как замял нас всех. Честно тебе говорю, проиграем мы в этой битве. А Гедеон сидит и слушает. Вы проиграете в этой битве? А мы сидим с вами и слушаем. Аман начинает падать? Аллилуйя! Аман начинает падать? Он еще не ненавистится, он еще не уничтожен? Дела его еще не уничтожены? А он уже начинает падать. Потому что Бог начинает в своих проявленных сыновьях и дочерях показывать, что Он живой. Раз показал, опять он уже сидит у ворот. Мордехай. А только что скакал. Друзья, это наша жизнь с вами, правда? Мы видим, как Бог эпизодами показывает. Ты мой сын, ты победитель. Ты моя дочь, ты победительница. В моем зоне. Оп, и спрятал опять. Кто увидел, тот увидел. Да? Может, кто-то думал, а, этот Мордехай сидит, мы знали, всегда он против закона, всегда он такой вот упертый, сидит, еврей там, это, то приходит там в мешке, посыпанный пеплом, то еще какой-нибудь там приходит. После этого дня. Здравствуйте, господин Мордехай. Если они были на той демонстрации. Правда? Они нечто могли увидеть. Ой, не знаю, друзья. Ну, вы ухватываете, правда? Извините, что он не идет ровно там по каким-то этим. Но просто идет по вдохновению тому, как это написано в слове, по этим стихам. Аллилуйя. Из-за которого ты начал падать. И они еще... И Аман такой, я начал падать? Точно. Я начал падать. И тут приходит 14 стих. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Исфирь. Я начал падать. Падать начал. Я на пир иду. Второй. Никого больше не пригласили, меня только. Видите, какая тактика, да? Видите, как Бог в этой войне ведет себя. А? Аллилуйя. И пришел, 7 глава, и пришел царь с Аманом пировать у Есфири царицы. И сказал царь Есфири так же и в этот второй день во время пира. Вы заметили, что у царя вообще не меняется слово? Заметили, сколько раз он ей говорил, столько раз он одно и то же ей говорил? Да? Тогда говорил, на первом пире говорил, на втором пире говорит. Знаете почему? Потому что его слово не меняется, его слово неизменно. Слово царя неизменно. Он сказал один раз, он не сказал. Так, сегодня только полжелания. Так, сегодня четверть царства. Так, сегодня еще что. Он сказал один раз, я исполню твое желание и твое, что у тебя на сердце, и до полуцарства. Так же он повторяет каждый раз. Правда? Друзья, у него не меняются мысли о своем слове. У него не меняется мнение о своем слове. Аллилуйя.
Какое желание твое, царица Исфирь? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала царица Исфирь и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Она цитирует, да, закон, который был выпущен. Какой был закон? Истребить, убить и погубить каждого еврея, который живет в Сузах и так далее. Я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были, значит, другие, меня просто что-то возвращает обратно. Она была в курсе современных событий, друзья. Она могла процитировать вот эту вот строчечку, которая, да? Истребить, убить и погубить. Да? Вы читали это или прочитать вместе с вами? А? Вряд ли я сейчас. А, нашел, да, вот. 3 глава, 13 стих Исфири. И посланы были письма через вегонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13 день 12 месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Она знала, что происходит. Она не просто жила, знаете, где-то в своей республике, там, там ничего не происходит. Происходит. Мардохей вытащил ее из ее республики. Да? Комфортная, хорошая такой республика, которая ничего не знает, ничего не это. Все хорошо, все прекрасно. Аллилуйя. И она говорит, мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель, если бы мы были проданы были в рабство, в рабы и рабыни, я молчала бы. То есть мы бы остались в живых, правда? Хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. И она начинает ему говорить, что вот этот закон, ущерб для царя, это для тебя ущерб. А с каких там пор там сильно какой-то там маленький народичка какой-то ущерб может для царя принести, если его вдруг не стало? А там что-то есть драгоценное, не что-то, а кто-то там есть в этом народе, правда? И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири, кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Он спрашивает у Исфири. Это значит, Исфирь должна знать своего врага. Аллилуйя. Она должна знать ответ на этот вопрос. Это роковой момент. Сейчас все зависит от этого. Она могла сказать, ну такой закон, вдруг там, знаете, у тебя что-то там, это самое. Не было ничего расплывчатое. Точечный удар, знаете, как всегда у евреев. Шестидневная война, помните? 7 государств или сколько там арабских собрались. Точечные удары. Одно маленькое государство уничтожило. Там эти все самолеты и так далее, этих всех. Да? Аллилуйя. Так кто же это? И сказала Исфирь, враг и неприятель этот злобный Аман. Она назвала его. Его должным именем. Правда? Вы знаете, когда вы разговариваете с дьяволом, вы им должны назвать имя этого беса, правда? Да? Аллилуйя, чтобы он с ним разговаривает кто-то. Аллилуйя. И Аман затрепетал пред царем и царицею. О, друзья! Слава нашему Господу! Я хочу обратить ваше внимание здесь на то, что он был разоблачен. Вот они сидят, вот происходит просто пир. Ну как просто? Для них просто цари. Для нас это просто вот мы сели, общаемся. Правда? Для нас это просто что-то такое, что происходит в нашей жизни. И среди этого всего, аллилуйя, когда у нас уже на прицеле этот враг, друзья, посередине этого второго пира, во время этого пира, был разоблачен Аман. Аллилуйя!
вот это пир. Я хочу такой пир. Я хочу закатить вот такой пир. Я хочу быть таким пиром. Аллилуйя! Чтобы не просто то, чтобы мне Бог положил на сердце, да, угостить, да, сделать что-то приятное для Христа и так далее. Я хочу, чтобы был результат, чтобы дьявол был разоблачен прямо посередине вот этого общения, прямо посередине вот этой песни, прямо посередине вот этой музыки, прямо посередине вот этой молитвы, прямо посередине вот этого восхваления, прямо посередине моей работы, прямо посередине моей служения, чтобы дьявол был разоблачен. Аллилуйя! И затрепетал он. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Вот как мы поклоняемся нашему Господу, правда? Аллилуйя! Мы не просто так, пир, так, сегодня яичница, сегодня там это, еще что-нибудь. Не просто так было, друзья, это. Это не было обыденное что-то. Это был точечный удар по дьяволу. Вот что это такое. Слава нашему Господу! Поэтому, когда вы устраиваете пир для вашего Господа так, как вы устраиваете, ему нравится то, как вы устраиваете, да? Как вы поете, как вы прославляете Господа, как вы живете, как вы заботитесь о своих детях, как вы заботитесь о своем муже, муж заботится о жене, как вы заботитесь о членах церкви, как вы любите друг друга, как вы этих всех, друзья, наблюдаете, чтобы пир обязательно заканчивался тем, что дьявол побежден. Он разоблачен. А брат Браха говорит, он разоблачен, все. Проиграл, он сломался, он потерял дух, он уже и перед этим начал терять, когда пошел на второй пир. Аллилуйя, друзья, я хочу, чтобы он вот такой приходил ко мне на пир. А? Слава нашему Господу, пир сломал Амана. О, друзья, я хочу вот так ему поклоняться. Я хочу вот так вот ему петь. Я хочу вот так вот ему проповедовать. Я хочу вот так вот жить. Не всегда получается, да, друзья, правда, аминь. Иногда ты едешь на этом коне, ты упал, побился, пока там в гипсе походил, сел обратно, едешь дальше и так далее. Мы учимся сейчас здесь. Аллилуйя. Я хочу вам сказать, это прообраз для нас. Замечательный прообраз для нас. Правда? Аллилуйя! О, Боже мой! Господь! И обратите внимание, я не знаю почему, но я, вот эта мысль приходит, и я должен ее высказать. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Аман остался один на один с царицей какое-то время. Царь ушел. Но заметьте, у Есфири уверенность от этого не уменьшилась. Вы встречаетесь один на один с Аманом? Встречаетесь? Еще как встречаетесь? Вы еще не проснулись, как он уже ждет встречи с вами. Будьте уверены, царь рядом. Он не потерпит никаких вмешательств. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Чудный наш Господь. Аллилуйя. О, Боже мой. Вы любите Господа? Друзья, мне кажется, это просто нас побуждает все больше и больше его любить, правда? Когда вот такие вещи видишь, думаешь, Господи, Боже мой, мы живем в такое же время, как они живут. Мы, они в прообразе, мы в реальности исполняем эти все вещи. Друзья, аллилуйя. И он приходит, и он все время приходит, аллилуйя. Он дает нам вот эти проблески, проявления третьего рывка, друзья. Здесь, там. А никто не видел. Что там происходило там с белкой, то, что там происходило с рыбкой, то, что происходило там с Хэтти Райт. Где это? Где это? На каком виду там это все происходит? Да кто-то увидел, а кто-то не увидел. Понимаете? Если брат Брахам бы не рассказал, да никто и не узнал бы. Правда? Но Бог показывает. Это он на коне. Это она на коне. Это мои дети. Аллилуйя. Вы любите такие проблески от Господа, когда Он показывает вам вашу фотографию, как Он вас видит. Аллилуйя. Я хочу вам сказать, Мардохей так себя и видел. Потому что он так себя и вел. Да? Аллилуйя. И кем он оказался в конце концов? Аллилуйя. Давайте прочитаем в 8 главе. Просто такой небольшой снимочек.
тут шла война, знаете, Аман хочет, я хочу одеться в эту одежду. Тут Мардохея посадили на один день, прокатили и так далее. 8 глава, 15 стих. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение, и радость, и веселье, и торжество. Аллилуйя. Друзья, он в конце концов и оказался физически в этой одежде. Понимаете? Он просто ждал, когда эта одежда должна до него дойти. Друзья, эта одежда, это новое тело нас ждет, друзья, не переживайте. Аллилуйя. Мы будем ходить в этой царской одежде. Вот это тело преобразится. Аминь. Но мы рады, что Бог нам показывает проблески и одевает нас уже сейчас здесь. Правда? Аллилуйя, чудесный наш Господь. Чудный Иисус. Аллилуйя. Я не могу уже проповедовать. Не знаю, как вы можете еще можете слушать, а я уже не могу проповедовать. Мне просто очень-очень просто хорошо становится. Знаете, когда ты видишь, что это Он сделал для тебя пир, а потом ты в благодарность изливаешь свою благодать через это, через эти пиры, через это поклонение, через это, эту свою жизнь. Аллилуйя. Чудесный наш Господь, правда? Тогда хочется Ему поклоняться, правда? Хочется Ему восхвалять. Аллилуйя. О, Боже мой, чудесный Господь. Давайте мы поднимемся. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь Иисус. О, Боже мой, Иисус, я просто... Когда я осознаю, Боже мой, как Ты любишь меня, Господь, Отец, Боже мой. Иисус, как Ты возлюбил, Боже мой, как Ты избрал, Боже мой, когда проходили мимо Тебя один, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, Боже мой, Иисус. И они тоже, может быть, обрели какой-то статус, Боже мой, Отец, где-то жили неплохо, Господь Иисус, но Ты избрал одну, Боже мой, Иисус. Ты избрал Эсфири, Господь, Отец, Боже мой. Твое сердце было всегда расположено к ней, Господь, Отец. Мы увидели, как Ты, Боже мой, Иисус, даже прислушиваешься к ее словам, Боже мой, Иисус. Прислушиваешься к тому, что она высказала для царя, Боже мой, Иисус. И Ты даже исполняешь в точности, Боже мой, Отец. О, Господь, от этого, Боже мой, Иисус, просто млеет наше сердце, Господь, Отец. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, Отец. Аллилуйя, Боже мой. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы спасибо Тебе, Господь. От этого, Господь, у меня просто появляется желание пир, устроить пир, Господь. Сделать Тебе что-то, Боже мой, Иисус. О, Господь, такое приятное, чтобы, Боже мой, Иисус, мало пир, Боже мой, Отец, но чтобы еще и дьявол, Твой враг, вечный Твой враг, Боже мой, Отец, который постоянно с Тобой, Боже мой, Иисус, не вечный, который закончится быстро, Боже мой, Отец, Иисус, но постоянно, Боже мой, Отец, противостоит Тебе, чтобы на этом пире, Господь, Отец, Ты восторжествовал, а дьявол пал снова, Боже мой, Господь, Отец, я так благодарен Тебе, Господь, жить среди таких людей, Господь, Отец, которые, Боже мой, куда ты не пойдешь, Господь, Отец, ты видишь, Боже мой, они начинают рассказывать о своей жизни, и ты видишь, пал Аман. Аллилуйя. Они начинают тебе служить, начинают тебе отдавать первенство, Господь, Отец, отдают тебе свою жизнь, отдают тебе свое сердце, и ты начинаешь побеждать в их жизни, Господь, Отец. Начинаешь побеждать, Боже мой, Отец, Амана, начинаешь, Боже мой, Иисус, показывать им, Боже мой, что они зря служат Аману, Боже мой, Отец. Спасибо Тебе, Господь, Отец, Боже мой. Я благодарю Тебя, Господь, Отец. Да будет Тебе честь, да будет Тебе слава, Боже мой, Иисус. Господь, Отец. Аллилуйя, Боже мой, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, Отец, Боже мой, Иисус, что Ты приходишь в нашу жизнь, Господь, Отец, и даже незаметным образом. Все идет как пир. Очередной пир, еще один. И прямо посередине этого пира вдруг падает Аман. Вдруг разоблачается Аман. В этой простой, обыденной обстановке. Брат Бранхам стал рядом с женой. Она была вся в Амане, вся была взвинченная, вся была нервозная. Дети кричали, Боже мой Иисус, о Боже мой Иисус. И он устроил пир. Он сказал, давай я фартук один, давай я просто с тобой помогу. А может быть, давай платье поищу.
может быть, давай все это, Боже мой, Господь. И вздрогнул Амар. Спасибо Тебе за эти победы, Господь, Отец. Мы знаем, что мы сами не побеждаем вот так, Господь. И мы знаем, что это не психология, Господь, Отец. Иисус, Ты сказал, пусть никакая философия, никакая психология не обкрадывает вас. Боже мой, это Писание у меня есть здесь. Я не высказал его, Господь, Отец, но, Боже мой, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, Отец, Боже мой, что Ты способен побеждать, Господь. Я благодарю Тебя за благочестивых матерей, Господь Отец, Боже мой, в нашем зале и здесь, и на трансляции, Господь Отец, которые так, они непоколебимо стоят за своих детей, Боже мой, Отец. Они как мордахи, они как сели у ворот, их не отдерешь оттуда. И они не преклонятся, Аман. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за них, потому что они побеждают, они устраивают для своих детей такие условия жизни, они их так воспитывают, что Аман каждый день падает, падает. Только заберется на коня, падает. Только пытается, падает опять. Я благодарю Тебя за эти семьи, Господь, Отец. За этих Ваозов и Руфь, за этих Салмонов и Раав, за эти крепкие семьи, Боже мой, Отец мой. Спасибо Тебе за это, Боже мой, Иисус. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Боже мой, Иисус. Иисус, я благодарю Тебя за наших музыкантов, Господь, Отец. Боже мой, Иисус, как чудесно, Боже мой, Иисус. Порой, Боже мой, сидишь там в пасторской и думаешь, Господи, о, приходит замешательство, Аман уже сразу же возле дверей и пытается что-то, о, Господь, ну, начинает играть просто тихая, милая, вдохновленная Духом Святым музыка. Аллилуйя, Господь. И Аман падает. И Аман разоблачен. И Аман о, Боже мой, Господь, то сюда приходит, Боже мой, Отец, знаю, те молитвенники, Господь, они приходят сюда перед служением, Господь, они здесь молятся, Боже мой, Иисус. О, Господь, техника может подвести или еще что-то, где-то какая-то подножка Амана, Боже мой, Отец. Но я так Тебе благодарен, что у нас есть молитва, что у нас есть сила молитвы, Боже мой, Отец мой. Господь, те, которые могут помолиться так, Боже мой, Отец, и, о, Иисус, в этом зале, Господь, что Аман снова разоблачен. И снова разоблачен. Он даже не хотел, чтобы мы сегодня видели слова на экране, Боже мой. Чтобы пира было меньше. Господь, мы сделаем больше пира, Иисус мой. Мы хотим просто Тебе еще больше воспеть, Господь. Мы хотим просто Тебе поклониться, Господь, Отец мой. Слава Тебе, и слава, и хвала Тебе, Иисус мой. Честь Тебе, аллилуйя, Агнцу, Боже мой. Аллилуйя Тебе, Господь, Отец. Мы так благодарны Тебе, Боже мой Иисус, что Господь, Отец, я верю, что сегодня, Боже мой, Отец, во время того пира, который, Боже мой, Твоя невеста сегодня устраивает на лице земли, Господь, Ты снова разоблачил Амана. О, Господь. Там наши братья, Господь, Отец, деда, Боже, брат Павел, брат Юра, Боже мой, в Кривом Роге, Господь, я верю, что они... И там братья с Мелитополя с ними, Боже мой Иисус. Кто бы там ни проводил, Боже мой Иисус. Иисус, я верю, Боже мой Иисус, что Аман не сможет там, Боже мой Иисус. Он уже со вчерашнего, с субботнего дня настраивался на то, что он начал падать. Аллилуйя Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже мой Отец. Я благодарю Тебя. Благослови наших братьев там в поездке, Господь, обильнейшим образом. И мы еще... продолжать им еще ехать, и, Боже мой, я прошу Тебя, чтобы Ты вел своим голубем, и, Господь, Отец, наполнял, Боже мой, чтобы Аман мог, Боже мой, падать везде, Боже мой, Иисус, где только он попытается ногу поставить, Господь. Иисус, аллилуйя Тебе, Господь, да будет Тебе честь, слава Тебе, Господь, Отец, аллилуйя, мы Тебе хотим поклоняться, а у нас много что Тебе есть спеть, у нас есть много что Тебе сказать, Боже мой, Отец, а у нас много что есть сказать Тебе в молитве, Господь. Отец Божий, да будет Тебе честь, слава Тебе, Господь, Отец мой, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Иисус мой, хвала Тебе, Иисус. О, Боже мой, благодарность, что мы можем сегодня соединиться с этой эсфирией, Господь, Отец мой. Да будет честь Тебе, Господь, Отец мой, аллилуйя. Во имя Иисуса Христа, аминь. Живой воды реки, я вижу Тебя, мой Бог.
слышу Твой голос, склоняюсь у Твоих ног, как Мигель Адора, ничто не разлучит нас с Тобой. Просьбу сестра Уля просила помолиться, у нее проблема с глазами. Она говорит: благодарю за молитву, Господь Иисус, я благодарю Тебя, Боже мой Иисус, за то, что мы можем обращаться, Господь. Наша сестра где-то одна, и она нуждается в поддержке, Господь. Исфирь была одна, и она попросила: молитесь за меня, стойте за меня, Господь Иисус. И она по слову это просит, Господь, и уже благодарит. Значит, у нее есть вера, Боже мой Иисус. И я прошу Тебя, Господь, какой бы ни было, Боже мой, зараза, какое бы ни было, Боже мой, заболевание, глаз, Боже мой Иисус, там, Боже мой Иисус, точно так же и моя дочь, Господь, там где-то дома, Боже мой Иисус, и ей сегодня проснулась, Господь Отец, что-то с глазами, Господь Отец. И я прошу Тебя, Господь Отец, спасибо Тебе, Боже, что Ты действуешь в теле, Боже мой Иисус, и Ты исцелитель. Боже мой Иисус, мы благодарим Тебя, Господь Отец. Мы увидели в Слове, Боже мой Иисус, что когда мы показываем свою веру, когда мы стоим на Слове, тогда дьявол начинает падать, падать, падать до тех пор, пока он не будет болтаться на том, на что он сам построил, Боже мой Отец. Мы возвращаем обратно глазную боль дьяволу. Мы возвращаем обратно эту инфекцию глаз или что бы это ни было, обратно автору, обратно в посылочке, неразвернутую, прямо туда возвращаем, Боже мой Иисус мой. И мы благодарим Тебя за это, Господь Отец, Боже мой Иисус мой. Мы стоим как Мардохей, мы стоим как, Боже мой Иисус, как Раав, Боже мой Отец, когда все развалилось вокруг, Боже мой Отец, когда стена развалилась, великое землетрясение. Она могла выглянуть через окошко и сказать: какой прекрасный день сегодня. Аллилуйя Тебе, Господь.
Иисус мой, Боже мой, ничто не двинуло ее веру, Господь Отец. Она была бастионом, она была твердостью веры, Господь Отец, Боже мой, которую восхищался апостол Павел, Боже мой. Какая бы ни была другая нужда, Господь, может, кто-то еще болеет, Боже мой, Иисус. Может быть, кто-то, Иисус, нуждается, Господь, Отец, и находится в каких-то симптомах, Боже мой, Отец мой. Я так Тебе благодарен, что Ты показал нам путь. Боже мой, Иисус, как расшаталось кресло Амана, Боже мой, Отец. Как его, этот план коварный, вот так вот, чтобы ты заболел, вот так вот, чтобы ты, чувствовал все эти симптомы, чтобы ты был угнетен, чтобы ты был... О, Боже мой, Иисус, в этих плохих чувствах, Господь Иисус мой, я благодарю Тебя, что однажды Он пришел домой и понял, что Он проиграет. Боже мой, Иисус, я благодарю Тебя за то, что Господь Отец, та головная боль, которую Он навязывал народу иудейскому, однажды Он пришел домой с головной болью, держась за голову. Что делать? Они не принимают мои болезни. О, Боже мой, Господь, слава Тебе, Иисус мой. Я благодарю Тебя, Господь Отец, за то, что Ты победитель, Иисус мой. Слава Тебе, Господь, и Тебе честь, потому что это не наша сила, это сила исцелять, это сила искуплять, это сила, Боже мой, Иисус мой, поднимать, как мы поем в этой песне. О, Боже мой, Иисус мой, это сила третьего рывка, это не наша сила, Боже мой, Отец. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. Спасибо Тебе, Боже мой, Иисус. Аллилуйя, да будет Тебе честь, Господь. А мы хотим воспевать эту силу. Мы хотим воспевать, Боже мой, Отец, в имени Твоем, Боже мой. И благодарим Тебя за исцеление тех, которые нуждаются в исцелении, Боже мой, Иисус мой. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя еще раз, Боже, за всех, кто на трансляции, Боже мой, Отец. Господь, Отец, они стараются, Боже мой, эта техника, она бывает подводит, она хрупкая, Боже мой, Отец мой. Иисус, это... Боже мой, Иисус, ну я так Тебе благодарен, Господь, Отец, что они всеми путями пытаются услышать голос Божий, Боже мой, Отец. Иисус мой, Господь, я прошу Тебя, благослови их там, Боже мой, Отец, благослови там группу в Гродно, Господь, Отец, они всегда, Боже мой, они всегда поддерживают, они всегда в этой теме, они всегда, Боже мой, Иисус, они друг с другом вместе, Боже мой, Отец, благослови там в Казани, Боже мой, наших драгоценных сестричек, Боже мой, Отец, там Венспилсы, Господь, Отец, о, Боже мой, Добели бывает на подключении, Господь, Отец, благослови брата Славика там, Боже мой, Иисус. Я прошу Тебя за других там, Господь Отец, то, Боже мой, Иисус, Винница также, Господь Отец, там, Боже мой, в Пасынках кто-то, Боже мой, кто-то в Полонном, Боже мой, Иисус мой, в других местах, Господь Отец мой. О, Боже мой, Иисус, одна цель, Боже мой, чтобы Слово Твое не вернулось тщетно, но вернулось в форме человека, Господь Отец. О, Боже мой, да воплотится Слово Твое, Боже мой, Отец, не мое, Боже мой, не какая-то тема, не какие-то персонажи, Твое Слово, Боже мой, Отец, да воплотится и да вернется не тщетно к Тебе, Боже мой, Отец, а с целью обратно, Боже мой, Отец, и скажет, вот я, аллилуйя, Ты посылал Слово, вернулся человек, аллилуйя, спасибо Тебе, я благодарю Тебя, Господь, Отец, да будет Тебе честь, слава, Боже мой, Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, аминь. Это сила третьего рывка, совершает Божьи дела. Сила Бога, чтобы поднимать, чтобы исцелять.
Совершает Бог.
которые умеют устроить такой пир, правда? Аллилуйя, которые возрадовались и возвеселились, что наступил брак Агнца, правда? Аллилуйя. И когда еще второй закон не пришел в действие, еще только Мардохей оделся, а иудеи уже возрадовались и возвеселились. И они сказали, у них было великое освящение, великий праздник, потому что они поняли, что раз Мардохей у власти, что раз Бог дал власть своим детям, аллилуйя, а он сказал, я даю вам власть быть сынами и дочерьми Божьими. Аллилуйя. Значит, все будет хорошо. Аллилуйя. Чудесный наш Господь. Аллилуйя. Так хочется спеть эту песню. Настал брак Агнца. Может быть, сестру Ксюшу кто-нибудь может там просить, чтобы она подошла. Она бы, может, с нами спела. А? А она уехала уже. Ну, давайте тогда мы ее заменим. А? Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Такая замечательная песня, правда? Аллилуйя. А тебе микрофон можно тоже, да? Слава тебе, Господь. Наступил брак Агнца, и невеста его приготовила себя. Она сделала заготовку. Знаете, как сестры говорят, что там делала? Ну, сделала заготовки. Да. Аллилуйя. И царь приходит, а там Адам заготовочка на целый пир, знаете. Вот так опять еще что-то. Помоги нам, Господь. Аллилуйя. Там вино, там яство устроено, правда? Аллилуйя, чудесный наш Господь. Спасибо тебе, Иисус. Настал брак Агнца, и вот это невеста приготовила себя для мужа своего. Настало время объединения на невесту со Христом. Славим
себя, для мужа своего настало время объединения. На невеста со Христом становится оно. Готовила себя для мужа своего, настало время объединения. Когда невеста со Христом становится одно, и мы возрадуемся, и возвеселимся, и возрадуемся, и возвеселимся, и возрадуемся, и возвеселимся. Буду Богу верить все равно в соль, по-моему. Хоть все рушится кругом, хоть темней становится кругом, друзья, но нам есть на что, на чем стоять, на что смотреть. Хоть все рушится кругом, я найду опору в этом надежном слове. Я буду верить Богу все равно. Он всегда мне верит. Чтобы кто ни говорил, чтобы кто ни говорил, а я буду верить Богу все равно. О, да, я буду твердо верить, если Бог решил проверить. А я буду верить на моего царя. Я буду верить
вокруг смерти не есть. Спокойно вполне дуя, посредством откровения дает Бог дуя. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Победа уже, можем сказать, победа уже обетована мне. Вижу войско небесное, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Как тучи обстоятельства сгущаются, я знаю, Бог со мной. Известно нам стратегия, Бог открытый, замыслы врага. Разоблачение, это привилегия, лишь нам невесте, Его благодать. Ясно вижу сейчас, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас, больше тех, кто за нас. У Бога под контролем все, у Бога под контролем все, Он властелин. Происходит ничего без ведома Его. Невидимый, как действует, наш неизменный Бог. Множество еще побед нас несомненно ждет. Ясно вижу сейчас, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Больше тех, кто за нас. Пусть Бог благословит вас идти с этой стойкостью веры и с этим смирением в сердце нашем. Не наряды дорогие, украшения золотые, но смирение. Он это взирает, это дорого ему. Дорого глаза. Жизнь свою Христу веряю, в слове часа пребываю, и могу сказать тогда, это Божья красота, посвященная Богу жизнь. Oh,